Вопросы развития детского и юношеского спорта в Одинцовском округе. В школе номер 9 первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина и вице-президент торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Шаповалов встретились с родителями воспитанников секции бокса. И на фоне этого всего возникло много вопросов по поводу помещений, где должны проводиться мероприятия. Это площадки, вот буквально недавно мы как раз в парке Лазутина начали проводить мероприятия. Кстати, очень классно, много детей, много людей приходят. Прекрасно. Занимаются. Но хотелось бы, конечно, масштабировать. А где-то люди просят капитальный ремонт, где-то реконструировать, пристроить, либо там оптимизировать какие-то помещения, а где-то вообще строительство новых. А, конечно, это абсолютно правильные и справедливые запросы. Люди должны стремиться к развитию, к совершенствованию. Эти запросы будут вовлечены в развитие обязательно. То есть это как раз станет тем самым посылом для власти, посылом для реализации потребностей жителей. В округе много качественных спортивных объектов. В будущем особое внимание обратят на спортивные площадки во дворах поселений. Их ремонт и оснащение всегда должны быть на первом месте, подчеркнули участники встречи. Вопросы глобальные, вот как мы сегодня были на встрече, это развитие детского спорта. Потому что у партии есть замечательный партийный проект «Детский спорт». Вопросов, допустим, нехватки или закрытия каких-то секций, или, допустим, те клубы, которые сейчас рванули в какое-то развитие и начали давать замечательный результат, им нужны новые здания, помещения, где будут тренироваться и привлекать наибольшее количество людей. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».